Привет, вчера мы были на московском акустическом концерте группы «Психея» в клубе «Лес». Было атмосферно, было душевно, было жарко. Фео выкладывался, зал пел на всех песнях. Я был рад услышать старые треки, которым тоже с удовольствием подпевал, и которые вернули мой 2006, и которые почему-то напомнили мне акустику, которую «Психея» играла на телеканале ТВЦ как раз в том самом далеком 2006 году. Перед клубом мы немного пообщались с Катей Игрушиной, ну и ловите пару кадров с выступления. Вот ты сегодня пришла на акустический концерт «Психея». Как так вышло? Я очень давно хожу на «Психею». На акустическую тем более. На акустику «Фео». Почему? Потому что это очень душевно. Прям задевает за сердце. И прям хочется кричать, петь, подпевать. Веселиться, ну, иногда веселиться. Не на всех, конечно, песнях. Есть, конечно, очень грустно. Иногда грустить. Вот вы именно в этом как бы заключается акустика. Понимаешь? Некоторые песни позитивные, некоторые песни грустные. Вот. Помнишь, когда первый раз «Психею» услышал? Ой, «Он не придет», я помню. Была песня. Клип же даже по MTV. Был клип по MTV, конечно, был. История была такая, что я реально стояла под дождем. И слушала песню «Стоит одна, мокнет под дождем». И он не пришел. Мы хотели пойти в кино. Я даже не помню, что за фильм был. Какой-то «Гарри Поттер», там один из первых. «Психея» для меня так и осталась как бы любимыми и отличными. Хорошо, поэтому. Песня? У «Фео»? Ну да, у «Психеи». Ну, лучше быть одному. Я очень люблю, и я пою под акустику частенько дома. Сижу. Фак. Всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что на нашем канале есть большое интересное интервью с Фео. Также есть два выпуска 8 рандомных групп. Кто еще не видел, обязательно посмотрите. Ссылочку я оставлю в описании. Пишите название своих любимых треков «Психея» в комментарии. Ну и ловите еще пару песенок.
мутантам, экстрима, транспортерам, наркотикам. Расстреляны окна, заколочены двери, сижу. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях.